папа решил сыграть на деньги. С Валюськой. Покажи. Ставим пачку денег здесь. Валюська там с клешней. И начинается игра. 10 попыток. Раз. Два. О! 20 евро заработано. 20 евро заработано. Две попытки готовы. В карманчик, конечно, денежки всегда. Третья попытка. Четвертая. Так, слушай, 4 попытки. 2. Уже удачных у нас из 4. Результат 50 на 50. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Отлично, нормально, тоже нормально. 9. И последний, 10-й удар. Я даже не знаю, как это... Друзья, подскажите нам, как быть в этой ситуации? Засчитывать Валентину эту пачку всю? Да, конечно, засчитывать. Продолжается. Мы решили, как во всех играх, да, перейти на второй уровень. Второй уровень у нас заключается в сложности. Больше пачек стало. Попытка 1. Пяу, есть. Так, я смотрю, у тебя по... Ну, давай. Ловкость появилась. О, считается, ты же кучу задал. Так, 2 попытки. 3 попытки. 4 попытки. О, слушай, так круто. Деньги прямо разлетаются. 5 попыток. 6 попыток. 7. Вот это джекпот. 8 попыток. Слушай, вот это тебе сегодня везет. Счастливый день. 9 попытка. И 10. 10 попыток Валентин выполнил. 10 попыток и куча денег. Ну... купюр по 20. Вау! Пишите в комментариях, сколько денег заработал сегодня Валентин. Да, 10 на 20. Ставьте лайки, подписывайтесь. И если вам повезет, мы можем разыграть это в следующем видео. Пока! Пока! Не забудьте подписаться на канал. Пока! Пока!